Так, друзья, давайте начнем с такого момента. Вот немножко удобства добавим. Да? Вы все приносили, печатали на компьютере, хотелось бы эти вообще результаты не только приносить, их еще уносить, да, хотелось бы, на флешке. Как? Так, сейчас. Наберите, давайте пинг моего компьютера сделаем. Мне интересно, дозвонитесь ли вы до моего компьютера. Сейчас. Я тоже IPA вывел. Да, вот 10, 101, 231. Видите? Короче, есть команда, которая позволяет. У нас есть дерево каталогов, вы помните, оно начинается со слэша. Слэш и дальше дерево к папке, подпапке и так далее. Вот к этому дереву можно подоткнуть ветку. Называется эта процедура монтирования. Вот. В любую папку можно подключить другой корень. Будет как будто, ну, тут нету разницы, вы находитесь внутри локальной машины, внутри глобальной. Главное, что вы примонтировали ветку. Ну, смысл такой, команда называется Mount. Вот, но тут немного хитрая система, потому что с флешками немного по-другому. Там команда контроля USB под системы памяти. Так, ладно, тогда раз эта тема не актуальна, давайте коснемся немного вопроса про наш симулятор. Да? Еще раз прошу про то, получилось ли запустить цикл с отрицательной обратной связью. Давайте я его открою, кстати, да. Значит. Итак, друзья, мы вот эту штуку запускали, да? У всех, у кого, поднимите руки, кто получилось запустить вот это безобразие. Мы помним, что там перемножение матрицы на вектор, но такое хитрое. Так, 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 так. Ага. Ну, должна получаться вот такая картинка. Ну, картинка это если графическое приложение, а если консольное, то там должна быть активность видна, что сначала один работает узел, потом второй, потом третий, потом один, второй, третий, один, второй, третий. Есть ли такая штука? Вот, ребят, да, кстати, я пока готовился к этому занятию. Давайте немножко мух от котлет отделим. Смотрите, про что я говорю. Так, я на секунду это выключу. Так. И опять открою. Значит, смотрите, друзья. Давайте с самого начала. Я немного изменил название функции, но это не имеет значения. Ну, мне не нравилось название t-sum, типа tmy-sum. Я назвал ее sum-v, ну, типа суммирование векторов. Mult-v – это перемножение векторов, почленное. Да? Затем, ну, здесь ничего сложного нету. Так, умножение mult-m – это умножение матрицы на вектор. Mult-r – это умножение матрицы на вектор, только такое, в кавычках, случайное. Вот. И дальше мы писали функцию mult-r от трех параметров. Это матрица, вектор и свободная, ну, свободный член b, маленькая. И там мы писали конструкцию if-else. Вот здесь вот, в этой строчке. И мы пользовались там 1, if, там та-та-та, else 0. Вот это мне не понравилось. По сути, это может быть что угодно. Это любой сигмоид, поэтому я вынес отдельно вот эту конструкцию в функцию сигмоид. В частности, пороговая функция, она S-образная, ну, как подвид сигмоид. Это может быть экспонента и так далее, и так далее. Но важно то, что мы отделяем логику от кода. Логика в том, что мы должны взять либо пороговую, ну, короче, как-то нормировать выходной вектор. Как это делать? Это делается в функции сигмоид, а где это делается? Это делается вот в этой строке. X это равно сигмоид и в скобочках от чего? От суммы произведения, да, произведения матрицы на вектор и сложения с вектором b. То есть конструкция вот такая вот. А можете мульт вы показать? Умножение векторов почленное, что ли? Там вроде скобочки. Да, можно убрать, да, кстати. Я почитал. Да.
Ратен, я посмотрел, это не оператор, это ключевое слово, которое просто дальше возвращает. Можете чуть-чуть выше, пожалуйста? Можно. Да там то же самое. Сигмоид. А, сигмоид? Сигмоид это ниже. Вот оно. Но он возвращает единицу, если x больше 0,5. В противном случае он возвращает 0. Все просто. Разве это не пороговая функция? Пороговая. S-образная. Сигмоид. Можно там написать все, что угодно. Я имею в виду, что такое, что нечто, что у нас в конце нормирует результат. Благодаря этой операции все становится нелинейным. И там линейная алгебра не перестает работать. Так. Здесь все просто. Так. Да, конструкция x.copy не работает во втором питоне, в третьем работает. Поэтому делаем через... Так. F2 сохранить. У нас тут второй стоит? Да, он, по-моему, там третий есть, но я сторонник такого, что лучше использовать какую-нибудь классику. Вот. X1, копирование не работает, работает этот... Слайс. Значит, в квадратных скобочках указывается диапазон значений. Если просто указать двоеточие, то это от начала до конца будет. Ну, то есть конструкция, вот она, вот эта конструкция. x1 равно x, x в квадратных скобочках двоеточие. Так, правильно получилось? Ну да, вроде видно, все нормально. Или... Сейчас, можно. Сейчас, секундочку. Так, друзья, я вроде получилось. Смотрите, значит, вы помните айпишник моей машины, там 10 какой, там 231. Да, 10-100 и так далее сейчас. Значит, смотрите. Так, IPA. Значит, в Midnight Commander есть возможность заходить удаленно с помощью создать FTP-соединение. Как это сделать? Надо выйти в меню из, не из редактора, а выйти в двухпанельный менеджер. Получилось? Короче, Midnight Commander запустите. И там F9 нажмите. Вниз. FTP соединение. Вот. Да, это FTP. А, что такое FTP? Протокол. Да, и вы введите вот этот айпишник. А? Midnight Commander запустить. МК, да. Выйти из редактора. Ну, Escape, Escape или F10. Не надо, слэш 20, 10, попробуй тоже. Ну-ка. Midnight Commander. А, что? Ну, выйди из редактора. А дальше pub. Так. 10, 101, 30, 200. Куда вводить? F9, FTP соединение. F9. Скажите пароль от юзера в логин. У меня нету юзера. Да нет, я же подключился как-то по SSH. По SSH юзер? Нет, он-то будет спрашивать юзер, но... Да, такого нет. Нету такого пользователя. F9 вниз, ну или Enter, да, FTP соединение. Но это просто, чтобы зайти. Так, мы отвлеклись, просто здесь по этому адресу будет актуальная информация того, что выводится на экран. Ребят, оу, что там такое, получилось? Да. Обратную связь сделали? Я имею в виду, когда два узла, когда у нас картинка, давайте я покажу, что файл копируется, файл копируется. Нельзя сохранить ваш файл. Можно сохранить. Нет, я не могу вносить изменения в то, что... Ну, конечно, нельзя. Нет, просто, ну, вы же сказали, попробуйте. А, ну, нельзя, да. Конечно, там запрещено, по-моему. Так, что мы там? Вот. Вот это.
Вы можете к себе скопировать то, что выложено по этому адресу. Нет, так оно не работает. Надо скопировать файл. Вот, я пытался, но у меня что-то не получилось. Что, что? Вот, название. Копир. Ну, название. Любое? Нет, это же, видите, копировать файл с шаблоном. Там можно, короче, при копировании их, если там миллиард файлов, их можно расширение менять. Папку сможете скопировать? Да, F5. Вот, F5. Вот здесь надо писать. Гуляем? Не-не, только здесь звездочку поставить. Так. А тут любое, да. По умолчанию оно будет up, да. Ну вон оно лежит. F4 также можно редактировать. Что вы хотите? Что вы хотите? Невозможно прочесть исходный файл, отказано в доступе. А что вы хотите? Копируем исходный адрес. Ну, значит, да, значит, да. Так, да. Понятно, прервать, удалить. Alt. Так, что-то тут произошло, да? Что-то тут нечисто. Так, ну-ка, FD, нет, FD не надо это удалять. А, change directory. Опа. Ну, не знаю, надо, значит, выйти и зайти заново. А, нет, там же есть переход. Что? Да. У вас на устройстве не осталось свободного места. С каким образом? Не знаю. Вот. Это было уже. Уничтожай. Что, что, подождите, что? Так у вас... Уже было это. DF минус... Это использование диска. DF минус H. Где 100%? У вас весь слэш заполнен. У вас нету места, чтобы что-либо записать. Я не знаю. Это мобильник? Вот это нет, это... Давайте mk/home. Так. Так. Выход. Она запущена, да? Тогда вы, конечно, вы не можете создавать. Почему? Потому что что-то создало гигантский файл. Гигантский. Видео. Нет, надо что-то удалить. Так, DU... Экстерминируйте его. Стой. Не-не-не, это нормально. DU минус суммарно human точка. 31 гигабайт тут весит. А ну, звездочка. Вот кто сколько весит. VirtualBox. VirtualBox занимает весь свободный диск, и из-за этого вы не можете писать на этот компьютер. Поздравляю. Давайте отсюда что-то удалим. Может, здесь можно что-то? Я понял, короче, кто. Ну, ребят, это виртуальный диск, который... Смотрите, у некоторых могут быть проблемы с компьютером. Linux, он очень такой... Он сделан для людей, и он сопротивляется, когда его пытаются убить. Он всеми средствами старается выжить, потому что это надежная система, в отличие от других. Вот, от других. Все, ну слушайте, 99% компьютеров, в которых вы заходите, сайты в интернете, они все крутятся на Unix, Linux. Вот здесь вот у некоторых есть проблемы, когда написано, что на устройстве закончилось место, и вы не можете ничего писать. На самом деле, писать может администратор, но вы не администратор. Потому что для администратора там еще чуть-чуть, 1 гигабайт свободный есть. А случилось это потому, что виртуальная машина, вот, которая установлена, она съела все место на диске. И поэтому вы не можете туда ничего записывать. Как с этим бороться, ну не знаю, там можно, конечно, образ виртуальной машины каким-то образом удалить, но я думаю, это будет потом беда. Кому-то, да. Команда, которая копирует... которая показывает, сколько у вас занято места, ну, можете переместиться в домашнюю директорию, набрать DU, это disk usage, короткое сочетание, и дальше ключ указать. Если ключ указать S, это суммарно для каждой, он иначе будет для каждого файла выдавать. S это суммарно по каждой папке, и H это в человеческом формате. Вот мне 14 гигабайт. А, в человеческом это когда они пишут в байтах, в гигабайт, да? А когда он пишет 4 гигабайта, да. Точка. Ну попробуйте. Так. Сейчас. А, ну давайте, cd/, да, лучше. А, ну видите, не... Он некоторые не... Так.
Сейчас. Ой. Можно вопрос? Да. А вы знаете, как выводить пробел в Python? Не чтобы строку переводила, а просто пробел. Подожди, в смысле, что? Когда print там делаешь, я не знаю. Что? Когда print делаешь, чтобы пробел он писал. Правильно я думаю? Пробел был, а не перевод строки. Да, вот, ребят. Когда принтом мы пишем x, y, z, точнее, или print x, да? Он, правильно я говорю? Он там 1, 0, запятая, но он выводит его, он по сути вызывает метод x2string. Для каждого объекта есть метод, который позволяет, типа... Да плевать, что просто вот строку вывести, вот один print, он обязательно в конце еще строчку переводит. Как не переводить, гуглить надо. Получилось? Чтобы я тоже строку... У тебя что, место есть? DF? Набери DF-H. Это использование компьютера. Ну, у тебя нормально, видишь, 41, еще много места. Так. Ладно. Мы отвлеклись от темы. Так, граждане, вот эту команду, вот эту штуку удалось сделать? Кто на бумажке напишет-то эту матрицу? Ну, матрица там написана, но, как вы помните, они неправильно написаны, да? Потому что я спешил, и я думал о другом. Давайте запустим. Там минус 10 надо поменять. Или загружать. Или один с двумя лучше поменять местами. Что один? Можно один с двумя поменять. Но... Нет, лучше 10 минус 10. Подождите, матрица смежности строится как? Строка это откуда, а столбец это куда? То есть у нас из первой вершины во вторую, да, минус 10, но надо вторую с первой поменять и B тоже перевернуть. Короче, то есть всегда должна возбуждаться, сейчас, вот эта вершина. То есть здесь все правильно. Да, ну минус 10 из 10, понятное дело, перепутал. Ну давайте запускать, что. Получилось? Там уже в исходнике есть, если что. Если кто обратил внимание, там я пробовал, он работает. Так. Так, давайте демонстрацию экрана поделиться. Так. Итак, давайте обратим внимание вот сюда. Значит, мы сейчас запускаем вот с вот этими параметрами, да? Для того, чтобы их убрать, надо их закомментировать, да? Вот. Если обратить внимание выше, но я просто пользовался другим редактором, который, видите, автоматически может комментировать и раскомментировать код. Поэтому он у меня в таком виде. F2 сохранить. Правильно я написал? Вот матрица смежности, да? 50-50. Нормально там. Хорошо. Должна... В смысле? Там из... Двойки, я перепутал, вот на этом рисунке десятку с минус десяткой я перепутал. На рисунке или на матрице? На рисунке, по-моему. Сейчас. Где-то ошибка. Где-то ошибка. Ну давайте пробовать. Что тогда должно получиться? Вот. Что должно получаться? Так. Так. ТМП. ЛС, так, Ctrl-L, Python. Ну вот оно работает, все правильно, только оно через одно... Правильно? Ноль-ноль состояние это типа когда? Когда обе выключены. Понятно, что когда обе выключены, а вот житейские. Житейские когда? Когда второй подавил первого, вот, и первый выключился. Ну да. Грубо говоря, первый зажег второго, а сам выключился. А второй подавил. Ну что-то там такое, да. Вот. В общем, активность должна идти. Так, ну давайте графически. Так, это мне не нужно. Да блин. Графически это выглядит вот так вот.
Вот должна быть вот такая штука. Да, вот эта матрица, вот этот вектор значений, и вот... Нет, Ctrl-Alt-2, и там просто процесс легко. Ну, можно подловить, вот когда 0,0, да, 0,0, когда 1,1. И видите, строго эти самые переключения идет строго друг за другом. Вот в этом фишка. Какое бы ни было начальное условие, всегда переключение будет идти друг за другом. Так, давайте еще раз вернемся. Мне насчет корректности здесь все правильно. Значит, в репресселяторе у нас как было? У нас каждый давит следующего, и каждый из них в отсутствие воздействия самовозбуждается. Называется конститутивный промотор. Промотор, который работает, промотор напоминает тот элемент последовательности ДНК, с которого начинается считывание гена. Вот. И он, промотор, у нас всегда работает, если нету других условий. В цикле с отрицательной обратной связью здесь где-то допущена ошибка. Давайте думать. Значит, еще раз. Цикл с отрицательной обратной связью. В чем он заключается? То, что у нас есть система в некотором состоянии. Если мы ее выводим из равновесия... Кто тут выводит из равновесия? Вот сейчас хочу сообразить, чтобы разобраться, кто из них есть кто. Значит, давайте подумаем. У нас будет... Все время работать кто? Кто выводит систему из равновесия, правильно? Значит, равновесие — это когда типа ноль. Значит, все правильно, он выводит единичку из равновесия. Единичка, в свою очередь, говорит, ну, это сама система, да? Это маятник мы качнули. А вот маятник у нас качнулся, да? Единичка — это сила, действующая на наш маятник. Вот. Как только он отклонился, возникает сила 2, которая возвращает маятник. Значит, все правильно. Значит, здесь все правильно. Вот здесь вот неправильно. Нет, вот там неправильно. Где? Вот тут? Нет, на рисунке правильно, а в матрице неправильно. Значит, давайте поменяем. Может, я не прав был. Может, должно оно и в этом случае работать, так? Так, сейчас эту ерунду я выключу. Так. Сейчас. Тогда надо менять, соответственно, где у нас там матрица. Здесь правильно. 10 и минус 10 надо местами поменять. У вас ребро из единицы, 10... А, да, знаки поменять надо, да, согласен. Вот так вот, да, должно быть? Да. А интересно, будет работать? Не знаю. Я тоже не знаю. А доказать? Что доказать? А вот доказать, что оно будет работать или не будет? Работай. Не-не-не, серьезно, вот чисто математически. Можно сейчас доказать, что оно будет что-то делать? Я, честно говоря, не до конца понимал условия задачи с собой, поэтому не могу сказать. Условия задачи? Вот видите, оно не будет работать. Ну тогда возвращаем к предыдущему. Понятно, возвращаем предыдущий, да. Хорошо. А в чем, в смысле, почему не ясно, в чем условия задачи? Нет, в смысле, не совсем ясно, ну, типа, не до конца. Еще раз, у нас преобразование, у нас сеть задается, как мы знаем, графом, да? Граф, это... Нет, на языке графов вообще все понятно. Так, вообще. А в чем тогда проблема? От житейской задачи, которую вы пришли графом, вот этот перепад. Житейская задача... То, что все гены связаны в единую сеть. Они воздействуют друг на друга тормозно, либо активирующе. Нет, переход от вот этой житейской модели к математической модели не совсем понятен. Почему это справедливо? В смысле, вот это? Не вот это. Вот сейчас. Отдельно житейское, отдельно математическое, все предельно понятно. Так. А вот переход, почему он справедлив? Почему справедлив переход? Да. Но это модель. Да. Это модель, а модель — это нечто, отражающее своими главными свойствами то, что у нас наблюдается в реальности, в природе. Аналогия там была в следующем. Давайте я пролистаю. Сейчас. Так. Вот это имеется в виду. Вот это вы хотели спросить? Нет, еще раз.
понятно, что чему сопоставляется. Так. Но непонятно, почему это эквивалентные задачи. Почему это эквивалентные? Да. Ну как? Мы. У нас есть реальная ситуация с биологией, так? Раз. Мы знаем, что она обладает такими свойствами, что вот просто на языке пятиклассника вот это выключает вот это, вот это выключает второе, второе выключает первое, да? Я это просто перенес на язык математики. Вот проблема в том, что вы сейчас на языке пятиклассника объяснили. Непонятно, да. Почему это основные свойства, которые определяют всю... А вот я произнес их. Нет, почему? Безусловно. А, хитрый вопрос. Почему модель именно такая? Да, почему это... Я просто проверил. Она работает. Я математически, ну, во-первых, показано было, что математически она работает и отражает самое главное в поведении данной системы, реальной. Она показывает наличие вот этой вот бегающей активности. Так? Почему это верно? Ну, я не знаю. Почему у нас верно F равно ma? Закон Ньютон. Почему это верно? Но мы это экспериментом сейчас. Вот здесь то же самое. Почему верные законы? Да, вот в этом вопрос. Нет, в смысле, F равно ma, там, во-первых, есть четкое доказательство, которое вот эту всю теорию подтверждает. И потом уже экспериментально. Но здесь есть тоже эксперимент. Нет, здесь не доказано, что вот эти свойства являются основопугающими, которые полностью однозначно задают эту систему. Вы просто говорите, что есть какая-то система, у нее есть какие-то свойства, но давайте эти свойства перенесем, и что? Да. Да, это нечетко, это нечетко. А почему нечетко? Физики, вот, к примеру, физики более четко это объясняется. То есть та же теория относительности, она практически полностью математика объясняет. Ну да, да, но все правильно. Биология еще хуже, чем физики. Там все не точно. Все законы имеют исключения. Эволюция идет в обратную сторону. То, что верно для одного, неверно для второго. И в этом приходится работать. Там, если у человека есть мутация, и он болеет, а у второго нет мутации, он не болеет, не значит, что это мутация ответственна за заболевание. Там вероятностное все. Но вот в данном случае, ну так вот скажем, получилось более-менее вытащить вот это главное свойство, то есть на языке математики просто описать поведение. А давайте, нет, дальше можно доказать, на самом деле, что активность действительно будет крутиться по кругу. Вот. Но это простейший случай. А давайте какой-нибудь сложнее случай рассмотрим. Давайте. Давайте. Пожалуйста, вот. Все, перед вами инструменты даны. Матрица смежности. Кто кого возбуждает. Эволюция. Начальные данные. Поехали. Что будет на бесконечности? Вы можете предсказать систему, видя? Я вам даю матрицу смежности, вектор B и начальные условия. Расскажите мне, что будет. Бесконечный граф. Не-не-не. Матрица смежности конечна. Она задает сеть. Сеть не меняется, так? Вектор B это, ну, грубо говоря, какой из промоторов все время работает, а какой работает только при наличии какого-то другого работающего гена. Два. Начальные условия, какая была экспрессия, в кавычках, экспрессия генов в тот или иной начальный момент времени. Предскажите мне, что будет через там, 1000 итераций. Она не запустится. Почему? Но здесь же работает. Нет, а вот подожди, вот смотрите, а дальше мы сейчас перейдем к этому, да? Так, во-первых, в том-то и фишка, что здесь неважно, система сама себя стабилизирует. Если бы мы там задали случайный шум, ну, грубо говоря, на каждой итерации мы каждому значению вектора экспрессии x, да, мы бы добавляли плюс-минус случайную там, величину, то это бы практически не повлияло на нашу модель. Она так бы друг за другом, это неотъемлемое стабильное свойство системы. Вот в чем фишка. Вот. Вопрос, что будет на бесконечность. Но помните, когда мы экспериментировали для трех человек, понятно, для четырех что получается? Давайте проверим. Так, во-первых, здесь все-таки вот должно быть вот, а ну-ка, сейчас, а если здесь поставить 0? Да, кстати, вот, да. Вот так вот? Ну, должно работать, да, только... Докажите. Ну, вот если два человека ставят лопой друг другу в плечо, то один просто будет... Давайте проверим. Так там фишка, вот же, что сеть... Ой, так. Так, так, где она, где она? Ну, я уже устал, рука все отвалилась. Вот. Ну, там один все время начинает хлопать,
Но, значит, первый всегда, здесь всегда начинает хлопать по плечу второго. Но если первому хлопает по плечу, он перестает хлопать. То есть это система из трех. Вот. А этот, по-моему, он сам, да, он, по-моему, должен сам выключаться. Сейчас. Слушайте, ну, несмотря на то, что на рисунке неверно, оно работает, да? Кстати, а почему мы даем системе единицу, а она передает десятку? Как-как? Ну, мы даем системе единицу, а она передает десятку. Десятку, так у нас же там сигмоид, которая как раз-таки, там будет минус 10, но он до нуля, это. Там будет плюс 10, но он до единицы. Он будет все время обрезать активность. Так, давайте с матрицей какого там? 4, да? Давайте назовем ее А4, да? Так, я тогда позволю себе эту штуку закомментировать. Так. Ну и скопирую вот это, так, F3. Значит, начальные условия у нас случайные, да? Escape tab. Random. Так. Вектор B у меня всегда активирующий. Вектор A первый. Первый, второго, значит, первый, второго, второй, третьего. Нужна еще одна строка. Так. Второй, третьего, четвертый, точнее, третий. Раз, два, три, четыре. И здесь минус 10. Да, вот так. 0, запятая, вот. Это всегда делать. Правильно я написал? Первый, значит, первый выключает второго, второй выключает третьего, третий четвертого, четвертый первого. Сейчас первый выключает второго. Да. Первый. Я в обратную сторону думал. Я строки со столбцами перепутал. Вот почему оно работало. Ну, бывает, это математика. Сейчас. Давайте тогда, чтобы оно корректно было, да? Первый выключает второго, значит, здесь. Нет. Не здесь, вот здесь. Да. Так. Минус 10. Второй. Второй выключает третьего, значит, здесь, ну, а, так, давайте лучше. Второй выключает третьего, это вот эта строка, да? Нет, это вторая строка. Я знаю, но вот так вот должно быть, да? Нет. Да, вот это тогда строка. Да. Так, F6. Так, 0, 0, минус 10. Значит, здесь надо... Да, е-мое. 0, запятая. Да что такое? Так. И четвертое выключает первого. Вот так вот, да, должно быть? Здесь ничего не меняем, да? Здесь все так же, как было, так и осталось. Я даже лишнее поубираю. А, ладно, не буду убирать, пусть будет мертвым грузом. На всякий... Ой. Ой. Так. Интересно, что будет выполняться? Так, понятно, ничего не будет выполняться, потому что я неправильно здесь... Так, запомнили, 0,1,0, да? Давайте по-другому запустим. 1,0,1. Видите? Либо 1010, либо
либо 1010, либо... Либо 0101. Да, 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 да. Так. Ну что, с пятью будем пробовать? Да. Поехали. Фу, у меня уже рука устала это печатать. Так, тогда мне нужно F3, F5 скопировать, запятая единичку поставить. И здесь добавить 0, здесь 0, но здесь еще одна строка, F3, F5, вот здесь вот. Ctrl-C прервать. Так, правильно я все сделал? Так, давайте побыстрее это сделаем. Мне что-то не нравится, что он такой медленненький. Ну, раз в 100, а в 10 раз увеличим. Ну, видно, да, что... Давайте остановим. Ну, вот здесь, конечно, кайфово визуализировать. На самом деле, там должно быть, что там активность гоняется. Там две активности, которые друг за другом гоняются. Вот. Ну, по крайней мере, он работает. Так, давайте тогда изменим матрицу для двух. Так, раз, ой. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, для... Сейчас, для трех, я ж неправильно тоже тут вводил, да? Первый, второго. Второй, третьего и третий, первого. Вот должно быть вот так. Работает. Ну, что-то видно, по крайней мере, видно вот эти 00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 
И, соответственно, 1-1, 1-1, и там 1-1. Да, ступенька. Короче, работает. Так. Поиграли, попробовали. Любой граф, любая, этот самый, надо посмотреть, что будет дальше. К чему я все это говорил? После этого я хотел бы вам немножко показать, раз возникали вопросы про реальные, что там вообще такое, да? Давайте посмотрим реально, про что идет речь. Давайте немного вспомним, да, биология пойдет. Генные регуляторные сети. Да? Значит, как работает ген? Помним, да, что информация начинает, у нас там транскрипция, она начинается с промотора. Вот. Промотор, ну вот видно, да, кусочек ДНК, вот эти шарики, это другие белки. Они, по сути, что делают, для чего нужны другие белки? Они образуют некоторые, знаете, как, ну, аэродром для РНК-полимеразы. То есть они в пространстве, они садятся на ДНК по сродству с последовательностью и образуют некоторый такой вот конгломерат. Эта поверхность, она... Вот эта поверхность, которая там получается, молекулярная, она очень хорошо подходит для посадки РНК-полимераза. РНК-полимераза там плавает, 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 раз, сюда села, о, удобно. Дальше она там хватается за последовательность и пошла транскрипция, да? Но помимо того, есть еще другой элемент, называется энхансер. Кто знает, что такое enhance по-английски? Enhance. Кто в игры играл в компьютерные, в Diablo, там, не знаю.
enhance item там или что-то такое. В Warcraft там тоже, по-моему, такое есть. Да часто есть какое-то. Enhancer. Enhance — это увеличивать. Там, не знаю, увеличивать силу, наращивать. Короче говоря, enhancer — это некоторая последовательность ДНК, которая может находиться очень далеко от гена, вплоть там до миллионов нуклеотидов. А вы помните, да, что хромосома, она там не просто линейная, она в пространстве, в ядре, она каким-то образом там закручена. Так вот, этот энхансер оказывается близок от начала гена. И туда тоже садятся, видите, некоторые белки, вот эти шарики, которые позволяют, опять же, формирование, ну, позволяют сформироваться вот этой поверхности, на которую садится РНК-полимераза. Таким образом, если этих шариков нету, транскрипция идет, ну, допустим, там один раз в минуту. А если появился энхансер, на энхансер какой-то ген там насинтезировался в другом месте, насинтезировал свой белок, этот белок сел на энхансер, поверхность стала лучше, РНК-полимераза уже один раз в секунду считывает ген. И экспрессия генов в несколько раз, в тысячи даже раз бывает увеличиваться. Ну, вот выглядит это приблизительно вот так. Вот, видите, да, то есть не надо думать, что это просто ДНК — это строка, а значит, все, забываем про биологию, и речь идет про поиск подстроки в строке или еще что-нибудь, чисто математическая формализация. Мы немножко в другую сторону идем, мы также знакомимся с тем, как это вообще в реальности происходит, хотя бы на пальцах. Вот, все, что мы знаем про биологию, там почти все на пальцах. Вот. Значит, что здесь происходит? Что смысл следующего, да, что на самом деле там не только вот эта перчатка, да, боксерская, но тут, видите, еще ДНК должна вот так вот в петлю свернуться, это один белок, потом здесь вот это все сядет, ТБП — это транскрипшн какой-то там binding protein, ну, короче, белок, который способствует транскрипции. Оно все должно вот так вот сесть, друг за друга взяться, бабка за редку, редка за детка и так далее. И только потом садится РНК-полимераза. Вот этот комплекс называется, как видите, холоферментКто знает, что такое приставка холо? Или голо? Голо. А, голография. Вот голография — это, ну, не синоним, там тоже самый корень. Как, что такое голография? Почему она гола? Не потому, что она голая, правильно? Кто знает? Не, есть. География — писать, а голо что-то, ну или холо. Это латинское слово, которое означает все сразу. Все сразу. Все цело. То есть голограмма — это грамма, которая записывает все сразу. Иначе говоря, вы помните, да, что голографию можно рассмотреть с разных сторон, и она будет отражать всю информацию. Холофермент, ну, немножко модифицировали слово, это значит полный комплекс. Вот есть просто фермент, он один, ну, скучно. А вот холофермент — это когда все пати на хате. Вот это все собрались, вот это называется холофермент. А, кстати, тут вот небольшой прикол такой, классный вопрос: для что, где, когда. А, значит, вы слышали, что белок часто, ну, является природным катализатором или ферментом, или еще по-другому — энзимом. Энзим и фермент — это синонимы. Однако, значит, энзим — это произошло от греческого слова фермент. Ну, однако наука о ферментах называется не ферментология, а энзимология. Почему? Как случилось? Как? Нет, тут есть именно подоплека очень хорошая. Время? Нет. Можно повторить вопрос? Значит, энзим произошло от латинского слова фермент. Значит, но наука о ферментах называется не ферментология, а энзимология. В чем здесь фишка? Ферментология — есть другая наука. Нет, то же самое. Это одно и то же слово. Нет, в смысле, наука есть другая. Чтоб привыкали к латинице. Ну, правильное рассуждение, да. Значит, если бы сделали ферментология, фермент было бы латинское слово, а логос, ну, типа наука о знаниях, это греческое слово. И было бы латинско-греческое слово. Некрасиво.
Поэтому использовали греческое-греческое. Энзим – это по-гречески. Логос – знание. Да? Энзимология – наука о ферментах. Вот такой красивый вопрос. Вот. Так. Значит, про промоторы, то есть, еще раз, это место, куда связываются другие белки. А белки, напомню, это продукт экспрессии какого-то другого гена. Вот отсюда возникают сети. Так. Ну, вот здесь вот небольшое, да, что промоторные последовательности характеризуются не просто там случайно какая, а вот здесь будет, как у нас там, вот здесь будет дорога, все, положили, катки проехали, дорога. Нет, тут начинают думать, что особым нуклеотидным составом отличается. Ну вот мы на смене в Полярисе, вот Розанна присутствовала, мы рассматривали геном коронавируса, и вот это вот ЦГ-пары мы метили. Мы смотрели, как они распределены по геному коронавируса. И когда мы вот взяли всю последовательность коронавируса, там порядка 30 тысяч нуклеотидов, там как сделано? Там один большой ген, а потом в конце три маленьких. Вот оказывается, что ЦГ вот эти, когда у нас последовательность много ЦГ, то это, как правило, промотор. И что мы видим? Мы, с одной стороны, взяли известное, где гены начинают, с другой стороны, построили вот эту гистограмму, где у нас ЦГ много, где мало. И когда мы одно на другое положили, там прям видно, вначале вот такой пик, потом ровно-ровно-ровно, и в том конце, где много генов, опять пик. То есть там, где промоторные последовательности, там много вот этих ЦГ-пар. Ну вот видите, как сравнение, да, что вот этот ген АПРТ, вот он, для него известно, что он очень, ну, ЦГ эти динуклеотиды, они дальше модифицируются специальным образом для регуляции. Вот, мишенью там для такого процесса, как метилирование, являются. Это уже эпигенетика, да? Есть физика, есть метафизика, да? Что такое метафизика, знаете? Нет. Ну, философия. Но это, ну, переводится то, что после физики. Ну, а есть генетика, а есть эпигенетика. Это то, что после генетики. Ну, вот это вот называется эпигеном. Так, напоминаю картинку, да, зачем-то. Так, во! Вот это вот в Paint MadSkills кто-то проявил и нарисовал обалденную, значит, да, бог абстракции, да, что... Как гены связываются в сеть? Что у нас есть промотор, напоминаю, это стрелочка вот так Г-образная. Да? У нас есть промотор, второй так, вот один ген, вот второй ген. Вот с них выходит сирененький, там, ой, господи, зелененький и какой-то фиолетовенький белочек. Да? Вот они плавают, 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 плавают. И раз приходят в промоторную область, садятся другого гена, гена С. И таким образом, видите, гены образуют регуляторную сеть. Ага, ген А и ген Б регулируют ген С. Угу. Ну, вот более реальная штука. Это кусочек из регуляции, по-моему, дрожжей. Но не суть до дела. Здесь, видите, это именно, это уже реальная биологическая, из статьи, я помню, какой-то взял. И на Википедии. Вот, что есть гены с вот этими непонятными названиями. И видите... Какое воздействие здесь? Активирующее, тормозное, никакое? А? Тормозное, потому что стрелочка тупая. Видите? Здесь тупая, здесь тупая, здесь активирующая. А вот здесь вот они вот как-то вот так вот, да? Вот этот активирует вот этот, но выключает, ингибирует, да, по-другому, вот этот ген. И так далее. И вот какой тип взаимодействия? Это связывание с промотором, это экспрессия, это регуляция, это позитивный эффект, негативный эффект. Генетическое следствие там, и так далее. То есть это всего лишь чуть-чуть генов. У нас 20 тысяч у человека. У кишечной палочки генов сейчас 4 тысячи. Не намного меньше. Ну, всего там в 5 раз. Но где кишечная палочка, где человек, да? Вот. Вот эту картинку вы видели, да? То, что все это замыкается по обратной связи. У нас есть... входной сигнал, как клетка реагирует, ну не знаю, там, нагрели, например, среду, да, когда, ну, обычно человека температура внутренняя 36,6, да, для чего это сделано, чтобы у нас все химические реакции проходили в оптимальном образом. У птиц, например, там 42 градуса, у кошечки, собачки там чуть больше тоже, у каких-нибудь там китов, у них там может быть 28 градусов, я не знаю. Вот, но главное, что у нас... реакции должны происходить при определенной температуре. Ну и что здесь говорится, что у нас вот та самая промоторная область гена, РНК-полимераза, вот он, выходной транскрипт. Все это у нас завязано в
цепи с отрицательной обратной связью, той самой, да? Какой-то фактор активирующий, какой-то фактор ингибирующий. То есть таким образом у нас образуются регуляторные сети. Ну вот пример, это вот из как раз таки кишечной палочки. Гены как-то они взаимодействуют, как-то они связаны. Вот. Кто-то, вон видите, даже ген, вот есть, видите, это частое явление, когда продукт гена выключает производство продукта этого гена. Это нормальная ситуация. Вот. Так, эту картинку тоже видели, что ужас всего, да? Вот. Вот этот момент я вскользь произнес, но давайте немножко остановимся. Оказывается, померить экспрессию каждого гена можно получить, короче говоря, можно получить снимок. Берется клетка, точнее, ну, это сейчас называется single cell technologies, одноклеточные технологии, но на самом деле берется культура клеток, много, кусок, 100 тысяч. Выделяется из них РНК, по транскрипции считают по копиям РНК. И считает, сколько тех или иных РНК с того или иного гена считалось. И потом рисуется вот такая штука. Да, нельзя с помощью классических методов, нельзя посчитать, сколько молекул. Однако, как делается? Берется какой-то ген, про который известно, что он экспрессируется всегда с одним и тем же уровнем. Называется гены домашнего хозяйства. Вот известно, что этот ген при любых условиях экспрессируется по 10 копий в минуту. Вот что бы ни случилось. Нам всегда нужны рибосомы, нам всегда нужны полимеразы. Вот они все время производятся. И мы можем померить относительную экспрессию генов. То есть для каждого из генов сказать, во сколько раз экспрессия этого гена больше или меньше нашего не маркерного, как это, эталонного гена. В результате у нас получается вот такая тепловая карта, на которой цвет обозначает во сколько раз, то есть логарифм. Вот. Чем краснее, там, например, тем меньше, чем зеленее, тем больше. Но есть метод, который позволяет определить экспрессию всех генов в заданный момент времени. Так, это вы видели, это все детерминированная модель, проехали. Вот так оно работает, напоминаю. Ага, все, конец, да? Вот это реальный биологический метод, да, который позволяет получить экспрессию реальных систем. Как гены взаимодействуют друг с другом, это, как правило, либо экспериментально, но это очень дорого, либо с помощью построения и исследования моделей. Если мы на модели получили что-то классное, что вот мы знаем, например, косвенно, что эти гены как-то связаны, и из модели вытащили, что, оказывается, должен еще быть третий ген, который все это контролирует. И потом, если это экспериментально проверить, и это действительно так, то это очень классное продвижение именно в области исследований. Собственно, поэтому и делаются модели. Можно было бы провести 1000 экспериментов, но эти эксперименты крайне дороги. Биологические эксперименты, они там этих мышей выращивают там месяц, потом еще их там полгода, еще что-то с ними делают. Потом это наконец-таки, да, все. Модель исследовать, сами вы видите, давайте забьем вот так, а давайте вот так, а давайте еще переверем разные варианты и так далее, и так далее. Можно получить более такую сжатые сроки, более такие, ну, реальные данные. Ну, например, кстати, вот сейчас в разработке лекарств очень используется именно моделирование. Чтобы разработать новое лекарство, это нужно какое-то вещество взять, при такой-то болезни подействовать, посмотреть, померить, как оно там взаимодействует с целевым каким-то веществом, да? Ну, я имею в виду с болезнетворным агентом. Это все долго. Как делают? Моделируют, берут вещество химическое, там известно, какое строение молекулы, орбитали вот эти и так далее. Известно, что, например, антибиотики, да, вот как их делают? Антибиотики – это, по сути, яд. Яд для определенного вида организмов. Почему они действуют на бактерии, не действуют на нас? Оказывается, что бактерии немножко по-другому устроены рибосомы, к примеру, да? Рибосома, если у нас вот такая, то у них вот такая. Подбирается вещество, которое вот сюда не садится, а вот сюда садится. Ну, химически оно сродство имеет. И все, ты выпиваешь этот антибиотик, ты как млекопитающая, у нас у всех рибосомы одинаковые, нам все нормально. Вот, у нас не садится эта затычка. А у бактерий раз села.
Все, позатыкало, все рибосомы перестают работать. Все, клетка не синтезирует ничего, белки деградируются очень быстро, клетка помирает. Так работают антибиотики. Вот. Антибиотики это же грибы? Нет. Ну, в том числе, грибы борются с бактериями с помощью того самого пенициллина. А бактерии, получается, могут приспособиться к этому яду. Да, 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 да. Бактерии же тоже не дуры, да. Они тоже приспосабливаются. Сейчас там вот есть такое понятие, эти больничные инфекции, которые ничем не вылечили. Они прошли такой отбор, что там и уже их ничего не берет, кроме кого как сжечь даже. И сжечь уже не берет. Вот. А, там целая песня. Вот. Ну, вот если такой вот про устойчивость. Слышали такую болезнь куру-куру? Ну, это, короче, нервная болезнь. В общем, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, она из той же оперы. В общем, что происходит? В нейронах в норме не должно образовываться, короче, определенного белка. Но при патологии, короче, этот белок, он образует... Помните, белок, все полимеры, там, они склонны к образованию бета-слоев и альфа-спиралей про белок. Короче говоря... Белок, по-моему, как-то он там, я не помню, называется. В общем, он синтезируется в нейронах и складывается в виде вот такой вот, как батарея, как спираль. Точнее, слои. Оказывается, что наличие этого белка, если другой белок такой же синтезировался, вот этот белок, он как катализатор складывает новый. Точно так же. И получается слой, на который еще слой, а этот опять, если новый белок появился, он опять его в виде слоя. И получается вот такой вот массив из белка, называемый прионом. Белок называется прион. Новая порция белка нормального, она благодаря вот этому дефектному, она сворачивается неверно. И получается в нейроне постоянно вот такой вот спрессованный кусок образуется, и все, нейрон дальше погибает. Вот, собственно, это так называемый амилоидоз. Амилоидная структура – это когда у нас вот эти вот слои наслаиваются друг на друга и так далее. В чем опасность? Короче говоря, эти амилоиды, они очень плотные. Их химически почти не разрушить. Они только даже под воздействием огня, и то еле-еле. А в чем проблема? То, что болезнь куру-куру. В Африке существует племя каннибалов. Они ели мозги друг друга. Вот. Короче говоря… Кто-то съел эти мозги, вот эти неправильно сформированные белки попали в организм, прошли в мозг, а он как матрица для неправильного сворачивания здоровых белков человека. И человек вроде здоровый, а у него вот этот белок, значит, делает так, что нормальный белок сворачивается вот в эти вот кристаллы, или, ну, в общем, прионы. И все, человек вроде не должен болеть, он заболевает и умирает. Вот. А он пока заболевает, а давай он плохой, давай его съедим, давай. Все, и оно пошло-поехало. Вот. А? Ну вот этим нейродегенеративным заболеванием. Куру-куру называется. Оно то есть можно заболеть через кислород? Не, ну не только. Ну мозг, то есть если оно само начнет, и если кого-то... Думаю, нам эта болезнь не грозит. Да, 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 куда там. Чем оно выражается? Ну, там, что человек там как-то плохо себя ведет. Я не помню точно. Ну, в общем, проявление нервных болезней, там огромное число симптомов. Вот. Так что тут, ну, сказать не могу точно. Да, кстати, про что я могу сказать. Так, у нас как раз еще 20-10 минут. Сейчас. Про профилирование я рассказал. Давайте вернемся на секундочку к вот этой вот замечательной картинке. Так. Про то, что гены там друг на друга как-то воздействуют. Так, это все. Вот. К чему я все вел? К модели клеточной дифференцировки. Напомню, ситуация, которая происходит. Сперматозоид оплодотворил яйцеклетку, получилась одна зародышевая клетка, которая вначале делится пополам. Она однородная, она гомогенная. ДНК одно и то же, клетки одни и те же. Но потом почему-то появляется голова, хвост, руки, ноги и так далее. Почему из одной клетки, в которой одна программа ДНК, образуется такое разнообразие клеток?
Ну, вначале думали, что какая-то часть генов просто-напросто там исчезает. Типа, ну, просто оно из клетки уходит. Потом еще какую-то там гипотезу и так далее. Но сейчас главенствующее понимание пришло к тому, что в клетках просто по-разному начинают регулироваться гены. Иначе говоря, в зародышевой клетке работают одни гены. Потом, когда клетки начинают дифференцироваться, начинают работать подсети. У нас образуется большой граф, да? Но потом начинает активность в одних клетках, например, в нейронах, работать вот этот подграф. В клетках там, эритроцитов вот этот, печень вот эта, мышцы вот это. И все. И у нас таким образом происходит дифференцировка клеток. Значит, так, вот. Вот, является результатом проследовательных влияний, так, продуктов активности, я гипотеза дифференциальной экспрессии принимается в качестве основного механизма появления большого числа различных клеток. То есть, что у нас есть? У нас есть вначале большой граф, сеть генов, да, которые там как-то друг с другом взаимодействуют. Потом по какой-то неведомой причине в одних клетках начинает работать одна группа генов, а в другой группе клеток другая группа генов. Как это смоделировать? Ну вот таким образом, да. Вот я рассуждал на тему, а как можно, короче говоря, представить, чтобы у нас было что-то похожее. То есть вначале работает одна сеть генов, а потом в зависимости от судьбы, да, у нас начинает работать вторая группа генов или третья. Ну вот я сидел насчет модели репресселятора, рассуждал, как это можно запустить. И вот я на бумажке накидал такую структуру, которая действительно демонстрирует вот такое вот поведение. Вектор X. Ну, если кто в уме уже прорешал, что в этой конструкции будет, то я объясню. Вот это вот у нас тот самый репресселятор. 1, 2, 3, они образуют колеблющуюся структуру. Вот. Но потом, в зависимости от судьбы, там, от случайности, начинает работать либо, да, либо 4, 6, либо 5, 6. Потому что здесь, видите, здесь репресселятор, а здесь цикл с отрицательной обратной связи. И там будут колебания. То есть вначале у нас какое-то время колеблется вот эта штука, потом она выключается и начинает колебаться либо 4,6, либо 6,5. Эту сеть я придумал сам. Просто сидел, думаю, ну как бы показать, что можно на основе вот этих колеблющихся структур смоделировать, что у нас разделяется одна и та же генная сеть, может демонстрировать различные поведения. Давайте запустим, что получится. Так, сейчас, так, файл недавний, ой, я не помню, сейчас, у вас, если что, в материалах есть, B у нас, да, 6 нулей, сейчас я покажу, что там будет, так, B3, B6, ой, да, 6, да. Да, да, именно, ну просто в зародышевой клетке известно, что там запускаются такие-то гены. Ну вот, так. О, вот я эту сетку запрограммировал. Ну я писал простую программу, она, видите, графическая часть есть. Для чего графическая? Ну мне было лень в консоли там рисовать вот это все. Я такой думаю, не, нафиг, лучше сделаю простое, но графическое. Что будет получаться? Давайте посмотрим, да, старт. Вот. То есть, оно, видите, практически сразу у меня работает желтый ген и колеблется зеленый и сиреневый. Так, сейчас. А можно в зуме в консоль не видно? Да? Но это не консоль. Так. Нет, у меня просто... О, сердце остановилось. Вот, померла. Вот, а вторая, видите, что... Почему каждый запуск раз? Потому что случайно выбирается. Вот, потому что здесь случайно выбирается либо 4,6, либо 6,5. А вначале оно как бы там колеблется, чуть-чуть поколебалось. И все, у меня работает либо синенький ген, и сирененький, и белый.
Либо, давайте по-другому, там, я хочу просто... Да, либо зеленый и сиреневый. Вот. Фишка была вот именно в том, что одна и та же сеть, в зависимости от судьбы, она производит два разных поведения. Да? Вот. Есть общие гены, между прочим, ну да, вы можете понять, да, что, например, у нейрона, да, и какой-нибудь там мышцы, да, есть клетки мышечной ткани, у них есть гены, которые работают и там, и там. Ну, вот это, грубо говоря, сиреневый ген, да, он работает и там, и там. И переключиться из одного в другое. Вот вопрос, а можно ли из нейрона получить мышцу, мышечную ткань или на, и наоборот? Как вы думаете? Это биологическая же задача. Что значит получить, вырастить? Можно, наверное. А вот наоборот? А вот что для этого надо сделать? Давайте подумаем. Стволовые. Но стволовые это вот начало. Стволовые клетки это клетки, которые могут дифференцироваться во все типы ткани. Ну, как, еду дают, питательная среда, и они делятся, делятся, делятся в чашке Петри. Хотите посмотреть? Приходите на биофак. Не, это можно устроить, кстати говоря, ребят с биофака попросить, они покажут. Я сам редко смотрел это, но кайфово очень. Вот. Фишка здесь в следующем, что, представляете, насколько завязана эта штука, что, не дай бог, представляете, нейрон возьмет и превратится в клетку мышцы, да? Вот, это нереально. Такого, это в природе запрещено. Ну, я имею в виду, сеть так сделана у генов, что а в обратную сторону она невозможно. Потому же, почему и здесь. Вот как только зажигается, оно работает, вот работает, например, сирененький и зелененький ген, да, и они выключают все остальные, они не дают, они обратной связью, точнее вот этими тормозными связями на все остальные гены действуют. Если работает другая группа генов, они тормозными связями действуют на гены, которые, например, ответственны за там, клетку печени. Да? Вот. Вопрос, а что нужно сделать? А гены-то одни и те же. Как получить из там, клетки печени нейрон, например? Что надо поменять? Не мутации, программа одна и та же. Нет. Ну, почти. Это Нобелевская премия 2013 года, если не ошибаюсь. В общем, что сделали японцы? Они показали, что вот взяли, короче, клетку. Я не помню, какой тип клеток, но пусть будет это нейрон и мышца, как мы вначале задумали. Значит, они взяли такие так называемые ключевые факторы транскрипции, которые включают ту или иную судьбу клетки. По сути, это молекулы, да? Вот они капали, комбинация молекул. Они капнули это в клетку с этой мышцей, да? Она там что-то произошло. Вот эта вот сеть, она-то одна и та же, она как-то там активность раз перестроилась, превратилась в стволовую клетку, и они направили потом с помощью еще раз чуть-чуть капнули другого вещества, она пошла, грубо говоря, она пошла вот так вот. Обычно развитие идет, чик, все, пошла в сторону мышцы, она здесь сидит. Она вот в эту сторону. А они что сделали? А нейрон как? Он растет, растет, чик, сюда, в нейрон пошел. Что они сделали? Когда у нас клетка мышцы, они капнули штучку, и она чик, откатилась вот до вот этой точки невозврата. Да? Потом сюда капнули еще что-то, и она пошла по пути нейрона. То есть они сделали вот так вот. Потрясающая вообще тема, называется репрограммирование клеток. Прикольно. Да. Вот. Как? Так же научите. Да, и вы хотите научиться чему? Математически или биологически так и делать? И то, и другое, сейчас сразу. А вопрос, ну смотрите, это тщательнейшие эксперименты, которые потребовали они один десяток лет, да? Чтобы там вот эти факторы, которые, помните, я вам на первом слайде говорил, что факторы влияют там... Да, вот. Они же не бездумно капали, они знали, что делать. Вопрос, они, наверное, просто изучали вначале, как сеть работает, смоделировали, а потом говорят, слушайте, ну у нас вот этот ген называется NANOG и OCT6. Вот, NANOG это, по-моему, кстати, по имени ученых. Вот, они говорят, надо не любой ген, а брать вот этот NANOG фактор, вот это фактор транскрипции, его капать надо.
То есть она синтезировать ведро, второе ведро, там ОКТ-6, капнуть чуть-чуть на клеточку, вот она что-то произойдет, и тогда можно поменять ее судьбу. Репрограммирование. Репрограммирование не в плане последовательности ДНК, а в плане работы клетки. Как из одного типа клетки получить другой. Собственно, у нас вся... Весь вот этот вот короткий экскурс в биоинформатику посвящен вот этой теме. А как угадать, какой ген менять? На какой ген надо произвести воздействие? Это несложно. Вот взять продукт, чтобы он воздействовал таргетно на вот этот ген, это несложно его синтезировать, когда ты знаешь, какой ген. А может быть там комбинация генов 5, ну лучше 2. Два гена, да? Два гена, тут уже комбинаций больше. Вот, три гена уже там... Вот, догадаться, перебором невозможно. Только моделирование и предсказание. Только моделирование. Давайте, пусть математики, даже если они сузят это до 5 генов, это будет просто там на сколько, 5 факториал, да, 120 лабораторий, нормально, переберем все варианты. Вот. Ну вот, и там же еще доза, небось, важна, правильно? Насколько это все сложно. Так что там, чем... Лучше мы сузим эту область, тем будет гораздо круче. А как это упростить, удешевить, сидя на диване? Пожалуйста. Математикой. Если мы, можно по реальным данным, но это уже тема другого разговора, можно по реальным данным, на самом деле, восстановить, попробовать, а как же там гены с сеть связаны? Вот. Это совсем другая модель. Давайте я вам покажу. У меня... Завтра покажу. Вот, построив по реальным данным вот эту сеть, запустить, натравить на нее более изощренные, конечно, алгоритмы, не то, что у нас там вот молоток, вот там ножик, и оно тык-тык-тык-тык-тык, что-то работает, да? С помощью палки и веревки она работает. Но тем не менее, видите, работает, что-то там происходит. Вот. А если там более какие-то хитрые, там с задержкой, например, или там в непрерывном случае, то там может быть очень-очень крутая тема. Может быть, там всплывет то, что мы не знаем. Вот. Так что задач не просто до потолка, до небес. Кто их решать будет? Сможет. Давайте так, сможет. Вот. Ну, биологи, они вот... Еще раз повторюсь, потрясающие эксперименты ставят. Как у них до этого доходит, я не знаю. Они так скрупулезно это делают, как часовщики швейцарские вытачивают часы. Вот. Но тем не менее, они дальше, когда это сделают, они уже выдохлись. А что нам дальше делать? Вот такой вид анализа, это для них уже сложно. У них командная строка, когда они видят что-нибудь в виде вот этого, там, да? Ой, ну давайте что-нибудь с бегущей строкой. Когда вот это они видят, они, о, все, упал в обморок. Да? Вот. Но между тем, это способ каким-то образом подойти хоть чуть-чуть к решению задачи. Вот для этого мы сегодня вообще... Да, для этого мы можем помочь попробовать. Ладно, друзья, давайте на сегодня, я думаю, хватит. Вот, мы по крайней мере попробовали, что можно с помощью... Штука заработала, вот, метод оказывается рабочий. Вот, сеть вы можете, еще раз говорю, на бумажке придумать.